baby, it's that job for me. I can't use it anymore. It's getting dark, so dark to see. Добрый, спасибо большое. Я даже не знаю, что сказать. Вы скажите, как вас зовут? Меня зовут Даша, моя фамилия Беженар. Да. Мне 26 лет. И я из города Кемерово. Прекрасный город. Ой. Молдавская украинская. Почему? Нет. Беженар? Да, но это фамилия мужа. Вы замуж? Повезло мне с такой фамилией, я думаю. Хорошая красивая фамилия. Красивая. Я говорила, Андрюх, я замуж выхожу, потому что у тебя фамилия красивая. Беженар. А, Беже. Беженар. Да. Все почему-то думают, что она французская. Да, мне тоже так показалось. Нет, он говорит. Беженат, он говорит. Я нет, говорит. Безжена, говорит. Je me parle français. Je suis de droit. Я вас поздравляю. Блин, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Встретимся. Маленький, можно, да? Очень красиво. Моя одна из самых любимых песен. Вот. Нет, я не понимаю. А нажала я. А я ничего не говорю. Я хочу гадости наговорить. Есть такие песни, которые нужно очень аккуратно брать, да? И там, и там. Не, можно менять просто не, вот в этой именно песне. Просто вот слишком много вот вас. Хотелось бы просто вот. Нет, Александр Борисович говорит наоборот, много должно быть. А тогда надо делать. Можно что-то? Я объясню? Я попытаюсь надо объяснить. Давай, очень много лишних вокализов. Там все вот так идеально. Я настолько все убрала, мне кажется, оставила вот вам совсем кажется немного. Это мое личное мнение, вам так кажется. Ну, просто спасибо. Вы когда будете с Полиной. Вы когда будете с Полиной работать, вы скажите ей, пожалуйста. Так вот, это ключевой момент, Дашенька, потому что работать вы будете со мной. Полина, я этому очень-очень рада. Дружеский совет. Молодец. Дружеский совет. Ура. Квачили, значит, мою девочку. А так, голос великолепный, вот динамика, все. Я просто, вот. Все. Значит, все очень просто. Молодец. Беги домой, отоспись. И вы тоже.